В 2013 году в рамках текущего ремонта магистральных дорог работы велись на 25 участках общей площадью порядка 330 тысяч квадратных метров. Найти деньги удалось за счет экономии. Подрядные организации определяются по итогам аукциона. Проводится электронный аукцион, и от начальной стоимости происходит некоторое снижение. И контракт заключается уже по той стоимости, которую предложил победитель. И вот именно эта экономия, она могла бы быть направлена, ну, на какие-то другие нужды, но принято решение все это оставить на дорогах и сделать как раз дополнительный объем. На качество это не влияет, все делается по единым расценкам, которые утверждены администрацией, департаментом экономики, поэтому просто работы выполнялись чуть позже, уже, скажем, в конце августа, в начале сентября, но погодные условия вполне позволяли все это делать. В начале августа был заключен контракт на ремонт участков Санкт-Петербургского шоссе и набережной Афанасия Никитина общей площадью около 9 тысяч квадратных метров. Работы должны быть завершены не позднее октября текущего года. Мы можем увидеть вот эту эффективную экономическую политику, которая в городе по ремонту дорог, она происходит. С моей точки зрения, это понятное вложение сэкономленных средств. Потому что зачастую у нас, к сожалению, бывает, мы деньги сэкономим, но в бюджет их отправим. Ну, либо они на другие цели. На другие цели, и как-то вот, ну, не видно. После ямочного ремонта последует замена целой части автомагистрали. Таким образом, надежность и сроки эксплуатации дорожного полотна увеличится на десятки лет.